Всем привет, с вами B16 и мой товарищ Чипер. Сегодня мы покажем вам, как можно спрятать турель. Для этого нам понадобится сама турель, каменная стена и немножечко фокусов. Так, ставим для начала фундамент. Прям самый низ. Ставим на фундамент турель. Ломаем фундамент. Турель должна остаться на месте. Бывает так, что турель ломается. Придется делать по новой. Поэтому будьте аккуратны. Турель все-таки очень дорогая вещь. Берем нашу каменную стенку. Здесь есть один финт. Стенка как бы не ставится. Почти. Но в одном месте она все-таки ставится. Отойди-ка. Так, сейчас я сделаю так, чтобы она была и сокрыта. В то же время мы могли ей пользоваться. Давайте попробуем так. И как видите... Как видите, я могу достучаться до турели. Авторизация. Так, давайте-ка открою. И зарядим ее полностью патрончиками. Давай это, вот где-нибудь здесь станешь. Сейчас я включу ее и посмотрим, как она отработает. Так. Турель запускается. О, пошла работать. Как видите, турель работает. Давайте попробуем ее повредить. У меня есть СМГ. Вот наша турель. У нее 500 из 500 очков здоровья. Мы можем ее повредить в ногу. О, вот так вот. Она же с другой стороны работает. Супер. Вот, то есть, в принципе, ее почти не видно. Если... Поизвращаться можно поставить еще более скрытно. Тогда, правда, заряжать ее, наверное, не получится у вас. Давайте попробуем. Сделаем так же. Поставим турельку. Ломаем все. Пробуем заранее ее зарядить. Ну все, мы ее зарядили. Теперь я что делаю? Теперь я ее включаю. И пробую ставить стенку. Ну, ногу все равно видно, но правда она не активна. Чипер, ты как там, живой? Сейчас подожди, я одну выключу, к другой подбежишь. Давай сюда вот, ко второй стенке. Ну, как видите, все работает. Чипер умирает. Много раз умирает. А турель тем временем почти не видно. Так, попробуем еще сильнее ее спрятать. Так. Закинем все патроны. И поставим стенку. Так, чтобы вообще ничего не было видно. Да, единственный нюанс. Я забыл ее включить. Так, включаем. Отключи вторую, наверное. Так, сейчас, подожди-ка. Сейчас. Хорошо, отключаем вторую. Давай пробегай к третьей стенке. Это вообще почти не видно. Ну как, совсем чуть-чуть. Ее, конечно, слышно, но тем не менее, в стенке она защищена куда лучше, чем она будет стоять просто. Просто где-нибудь на фундаменте. Ну вот, минус еще один чипер. Да, она работает. Давайте протестируем, что будет. Первая сломается турель или просто повредится стена. Так. Давай, народ. Ну, давай оттуда, ладно. Подожди. Работает. Да нет, по-моему. Давай я в бочину сейчас просто дам, посмотрим. Я умираю. Так, ты умираешь, а турель работает. Так, я пройду сквозь стены, посмотрю, сколько у него очков здоровья. 12. Ну ты знаешь, тратить ракеты на турель это, конечно, сурово. С другой стороны, выносить ее в ракетницу это очень расточительно. Давайте просто вот так. Понимаешь? Так, сейчас. Повсюду мертвые чиперы.
Так, ну как вы могли заметить, да, турель хорошо защищена забором. Пока есть возможность, ребята, пользуйтесь данным очень полезным багом. Все, по-моему, турель отжила свое. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте делать репосты из моей группы ВКонтакте. С вами был B16, Чипер и Молчаливый Вейкап. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме, подписывайтесь на Twitch. С вами был B16, удачи!